Друзья, всем привет, с вами Яков, и вот наконец-то уже стартовал патч 2.7.1 и 24 сезон на ПТР сервере. И я с вами спешу поделиться информацией по поводу тематики данного сезона. И как мы знаем, в этом сезоне будут падать эфирные предметы, или же, как они называются, бесплотные предметы. И как мы уже знаем, эти предметы будут обладать двумя свойствами. Это каким-то легендарным свойством, а также пассивкой. Как они будут выглядеть, я уже предварительно рисовал вам в предыдущем ролике, что в принципе и получилось. Единственное, с чем я не угадал, это цветом. Эти предметы будут бирюзовыми. Визуально на мини-карте, как только эти предметы упадут, они будут выглядеть в виде вот такого значка, который вы сейчас видите перед своими глазами. Ну а также будет виднеться бирюзовый такой фитиль, ну или луч, а вокруг этого луча будут крутиться такие вихри, ну по принципу первозданного предмета. Только там красные вихри, здесь будут бирюзовые. Я думаю, тут все понятно. И вот эти вот предметы, они будут абсолютно рандомными по начинке. То есть визуально это будут, в принципе, одинаковые предметы для каждого из классов. То есть всего три типа предметов. Но внутренние свойства, как легендарные, так и пассивные навыки, будут отличаться. И вот в этом, дорогие друзья, будет и заключаться тематика сезона. То есть в поиске этих предметов. Эти предметы приравниваются к древним и первозданным, а значит мы их можем колдесанить. Но самое главное, когда мы соберем все бесплотные предметы в количестве 21 штуки, по 3 для каждого персонажа, мы в награду получим трансмог. Вот такая вот тематика. Также есть небольшое уточнение, может быть эта информация будет для вас, не знаю, полезной. Когда мы будем разбирать эти предметы, мы будем получать различные предметы при разборе. Это могут быть как забытые души, так же как и дыхание смерти. Вполне возможно, при разборе могут получаться и другие ресурсы. Правда, я больше никаких не обнаружил. И то, что увидел, я вот, собственно говоря, вам и показал. И вот на этом, наверное, вся информация. И что вы думаете о этой тематике, пишите в комментариях под видео. Я же с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте, я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!